Всем привет, мои дорогие! Как у вас настроение? Я иду в салон менять маникюр и еще кое-что делать. Так что встала с утра и бегу. До связи! Уважаемые друзья и подписчики, снова я, Светлана Атан. Уважаемые сыночкам дорогу! Ну чем я не Монро? Привет вам от Индера и Светланы из города Берсина. Мы занимаемся в нашем клубе не только йогой, а также растяжкой. Делаем какие-то упражнения, прыгаем на скакалке, рисуем нейрографику и пьем кофе. Я делаю свой день прекрасный. Друзья мои, хочу показать вам такую улицу. Китайская называют, да? Видите, какая она красивая, интересная. Вот на этой улице салон находится. Вот идти сейчас прямо и потом завернуть какой-то переулок, не знаю, покажу вам. Вот видите, салон Лана находится где? Я, наверное, самая первая буду сегодня. Знаете, как холодно, если честно. Очень холодно сегодня, ну как и всегда. Какая мебель здесь красивая, девочки. Хочешь булбуку? Кавычи. Сады. Покажу вам салон такой. Кресло. Я тут первая сегодня посетительница. А? Да, я сказала уже. Я сделала маникюр, а сейчас буду делать бровки. Вот такой я сделала маникюр. Потом расскажу, почему я сделала разные. Я гуляю одна в одиночестве. Я такие дела сегодня сделала. Если я вам скажу, смеяться будете. Вот сейчас иду, исправляю ошибки свои. Короче говоря, была я сегодня в салоне, мой муж дал мне деньги. Карту дал, сказал, сними с карты. Какая тебе нужна сумма? Я была 9:30 записана. Поменять деньги, евро там некогда было. Но у меня его карта всегда есть, да? Я в таких случаях, таких экстренных, и пользуюсь. Друзья мои, вы представляете? Я вышла в банкоматик, начала там снимать какую-то сумму и не сняла все деньги, которые он получил, его пенсию. Меня так затрясло, когда у меня такая огромная пачка была. Я боялась, когда он проснется, но я ему написала, ашками я сделала, я удышу, но я исправлю. Вот я... Там возле форума Зиратбанк закрыли, иду сейчас деньги зачислять, потому что я не знаю, как банкоматик делать. Вот так только может стало. Я только смеялась. Но, кстати, посмотрите на мои бровки, как я вам. Какое чернобровое. Потом оно смоется, конечно. Вот такие вот дела у меня. Друзья мои, я полтора стояла возле банка, но я сделала все дела, слава богу. Без проблемы все зашла вовнутрь. Такая приятная девушка была, приняла меня, обслужила от души. Иду домой сейчас. Ну вот я сделала сюрприз сегодня Ашкову. Такая Светлана непредсказуемая. Друзья мои, вы видите меня? Мы столько чего с Ашковым закупили. Он встретил меня в Юзбире, возле, и мы с ним сделали закупки.
в Айнсбери мы потратили 300 лир с чем-то. И также потом зашли на базар. На базаре, не знаю, сколько. Аж композарь на качка за пара родиди. Вот хочу показать вам. Успокою чуть-чуть. Перец взяли ассорти. И такой. И такой. И красный. И такой же горький. Горький. 700 грамм, 10 лир. 15 лир килограмм. Картофель сегодня 5 лир килограмм. Вот так буду складывать, чтобы видели. Сегодня зелень по 2 лиры. Но это хороший пучок, это не такой. И морковь. Мы вчера были на базаре, купили морковь и забыли взять ее. А это по 3 лиры килограмм. Взяли вот сколько. Мы морковку любим со Шкивом. Так, мои хорошие. Еще что мы купили? Купили килограмм красной чечевицы. Купили килограмм красной чечевицы на 17 лир кило. Ой, сколько? У меня дела не заканчиваются. Только пришла. Такая голодная, я же целый день не ела, не кушала. Мандарины, вы представляете, по 6 лир килограмм, если по 2,50, но мы взяли вот такие красивые. На мой красивый маникюр такой, аж ему понравился маникюр. По 5 лир дал, так как вот сейчас уже к вечеру закрывается базар. Так, еще что мы купили на базаре? Ну вот и все, и самое главное, это цветочки от моего мужа. Ты шикарный деремашки, он сидит рядом со мной и смотрит ханги. Сидит рядом со мной и смотрит, кофе пьет, кофе. Так, показываю, что купили. У нас все закончилось, поэтому мы сделали такие большие покупки. Поэтому, наверное, столько потратили. Это по 23 лиры, 23. Яйца купили, яйца вот у нас идут, как, не знаю. Яйца купили, такие же опять большие. Вот яйца купили со шпином. Купили вот такой порошок. Ариэль для цветного белья. Тоже заканчивается, но надолго нам хватит со шпином. Так. Что купили сейчас? Купили такое средство для того, чтобы блестело все, посуда для посудомоечной машины. Для посудомоечной машины, чтобы блестела посуда, стаканчики. Купила вот такой вот форму чай. Я его вообще не пью, но все-таки купила изредка, потому что я же питаюсь в основном сейчас все. Что, как я питаюсь? Вы знаете сами. Полезная еда, не жареная, ничего, поэтому все хорошо работает. Печень купили, хотели курочку взять, но курочки не было. Купили доместос, купили. Сахар купили 5 кило. 5 кило сахар купили. Все очень дорого. Я просто не знаю, что вам даже сказать. Купили вот такой сыр, половина... Я не знаю цены, но очень все дорого. Да, купила я для себя сейчас вот поем вот такую вот рыбку. Она стоит 36 лир, вот 3 штучки. 12 лир каждая штука. Вот представьте, если бы мы взяли, все равно бы, не знаю, что лучше. Купили вот для тостеров такой сыр плавленый. И купили вот такой вот сыр. Ашкем очень любит жирный сыр. Купили и это купили. Ашкем, башка бешея воды без качпара одедик. Вы представляете, 300 лир и нифига, блин, потратили и ничего нет. А, йогурт тоже купили, ведро. Йогурт тоже купили. Вот как подорожало все в Турции. Ну, 3 вида сыра купили. Это самое главное, такое дорогое. Так. Купила я себе сегодня носочки в котоне. Купила
купила носочки такие. Я сейчас скажу, сколько они стоят. Ну, там, знаешь, как три берешь и за два платишь. Здесь 2, 3, 4, 5. Я люблю качество. 5 штук стоит. Сейчас скажу, сколько. Я же не вижу. Не кадар, Баксен. Не кадар. 35 лир стоит. Купила для моего мальчика, для Деми. Посылку уже собираю на весну. Вот такие носочки купила. Видите, хорошая такая эта, да? И купила вот такие ему гольфы. Он как любит Спайдермен, с ума сходит. Ашкем, Деми Алдим. О, Сапайдвенер Савиор. Безоружно. Чункуэ, о, Шуми. Олур маму, бьюки в ядру. Ама, калсин, ашкем, бьюк, ода бьюду. Büyüyünce bir yer tamam. Büyüyünce Spider-Man'ı sevecek mi? Nasıl biliyorsun? 3 al, 2 öde, o yüzden. İndirimli aldım, yarım. Такие гольфики. Вот ему для него такое купила. Для Мари купила вот такие вот гольфики. Бабуля посылочку сейчас будет собирать постепенно, постепенно. Это стоит 32 лиры, 3 штуки. Люблю я фото не для детей. Купила я себе вот такие носочки. Еще такие. 25 лир стоит. Я вообще, знаете, сумасшедшая на носки. И вот купила же еще мои девочки. Вот такие тепленькие. Ну как они? Тепленькие, не тепленькие. Ну вот такие, короче, купила. Вот такие вот у нас покупочки. Сегодня. Так, сейчас свое отдельно. И буду собирать уже постепенно. Так лучше, когда ты сразу идешь, и очень сложно. Потом и пижамки надо на весну им купить, и обувь надо купить обязательно моим внукам. Подарочки от бабули. И вот такие вот дела. Такие вот я купила сегодня покупочки. День прошел очень хорошо. Мои бровки. Мой муж бровки не заметил. Ничего. Ну ничего. Вот. Завтра. Сейчас я что буду делать? Сейчас я покушаю, рыбку поем одну такую, я так хочу кушать. Поем борщик у меня, щи, рыбку поем. А Эндеру сказал, говорю, можно я тебе картошку пожарю? Суп есть, картошку пожарю, салат сделаю, и вот сегодня будет такой ужин. Может, с грибами сделаю ему. Ну все, мои хорошие, закругляемся. Всего пока-пока вам. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.